Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу поздравить канал Богдан Летсплей. Он снимает видосики по маджингу на первом сервере, также снимает МТА и другие игры. Всем советую, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь, давайте поможем ему набрать 700 подписчиков. И всем приятного просмотра. Так, чуваки, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сервер. Поздно ролика, думаю, по-любому догадались, в принципе. Хочу вам перед этим, как вы все видите, в принципе, рассказать, что я начал снимать спонтанно, со мной был что-то чувак в РК, поэтому есть помехи, там звук, но думаю, вы там все услышите, в принципе, я так послушал, там все понятно. Я стрелял просто на складе, и ко мне подпихнулся администратор, как вы, в принципе, видите, просто ник его не запомнил, и он проверял мой аккаунт на взлом, спрашивал рехданные и так далее, в принципе. Поэтому, я думаю, вам будет полезно это посмотреть, возможно, с вами тоже такое когда-то случится, что вас будут проверять на взлом аккаунта. Но я боялся то, что у меня стоит как бы VPN, и как бы меня могло показывать, что у меня другой IP. Я вот этого боялся, в принципе, но все оказалось нормально, меня не забанили, ничего, просто провели вот так вот аккаунт. Я бы начал снимать, потому что, ну, мало ли, понимаете, меня бы просто забанить могли. И я начал снимать, я сейчас постоянно снимаю, в принципе, чтобы потом у меня были пруфы, а то, знаете, какой я на жопу приключений могу найти, короче. Ну, так, грубо говоря. Поэтому я всегда снимаю все. Ну, что я могу сказать, приятного просмотра. Не попадайте в такие ситуации. Хотя, если вы не взломщик, в принципе, вы сможете легко сказать свои грех-данные, и вам ничего не будет. Короче, не будем затягивать. Всем приятного просмотра. Виртуальный мир засунул. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут... Да, это криминальский подсос. Денис Дамилов. Ой, Тамилов. Да, это он. А что он от меня хочет? Он меня виртуальный мир засунул. Сейчас спросит тебя айпишник какой-то. Он снимает, наверное. Откуда вы? Из Украины. Это он тебя спрашивал уже про чем. Он в чат написал или в общий чат? В общий чат. Да, скажи, что с голодом за нас. Это же общий чат, чё? Ты там с Южного где-то живешь, ты понял, что он спрашивает? Ты же не в какой чат спрашивает? Трогать будет на твой. Перезайдем. Чё он написал тебе? Он думает, что меня взломали. Я сыгнул уже, пишем. Скажи, нет, все нормально, это я. Ну я так и говорил, что он твой логи будет чекать. Это Фриман, это... Был тот вообще? Стих кафе Денис Камилов. Я больше время сейчас он снимает. Да я снимаю, а то он меня сейчас может деактивировать нахуй. Конечно, снимаю, что же. Так, я затаймлю на всякий случай еще раз. Так. Потому что это пиздец. Помолом, привет. Так, Украина. Ну да. Да. Все хорошо. Окей. Напиши, приди в казино. Плюс, а когда регистрировали? Недавно. Где-то 2 недели назад. Только когда ты спрашивал? Не могу. Может, чуть больше недели назад.
Ну почти. 9 дней. Ну да, я же. Ладно, хорошо. Бля, сейчас более, чтобы меня взломали, конечно, блядь. Я там специально. Сейчас вы там же, где и регистрировали. Да. Да, я там, где и регал аккаунт. Я же говорю. У меня VPN. VPN стоит. Поэтому. Можно показывать. Показывать. Другое. Ну я не знаю, VPN влияет на эту хуйню или нет. Ну да, VPN влияет. Да, сейчас бы ведь нет в том, что я взломан, конечно. Не, ну молодцы, конечно, но я думаю, это не для этого сделано. Да, это специально. А? По-любому специально, блин. Да не стамилов, это скримовский конфу. Я просто рофлят над тобой шаки. Так он первый уровень, ну стоп, админ. Да, он первый уровень. Не, второй. Ну как он мне интересно логи чекает? Кстати, да. Все, меня вернул он мир нормальный. Блядь, такой бред, сука. Просто ору. Блять, и чё, мне виртуальный мир дал 0, и я не могу выйти со склада. Верните в нормальный мир. Нормальный мир, я выйти со склада не могу. Такой бред просто, блядь. Да, просто, да. Типа, блядь, я взломан. Конечно, блядь. Конечно. Вот именно ты, вот именно ремонт. А почему, да, именно я, да, зашел, блядь, вот я. Типа, я никогда не захожу там, блядь, вечером. И ты хуяк, я взломан, да. Вот ты за мной бегаешь. Просто рубли. Чисто решил проебаться, думал, блядь, сейчас что-то неправильно скажет, нахуй, и вот деактивируем. Приятные игры. Он мне написал приятные игры.